Мой дом – Рязанская земля. Я здесь родился, вырос здесь. Деревья, реки и поля. Полна земля моя чудес. В стране так много мест похожих, но медлить с вами мы не станем. Давайте спросим у прохожих, и чем гордятся здесь, узнаем. Рязанский Кремль. Там можно духовно обогатиться. Рязанский Кремль. Первый пункт. Куда отправимся мы с вами? Здесь церкви, храмы, там и тут. Золотые купола с крестами. Здесь чувствуешь свободу мыслей, обогащаешься духовно. А воздух здесь кристально чистый. Остаться хочется, бесспорно. Музей истории Рязанского леденца, чтобы попробовать самый вкусный наш рязанский леденец. Попробовать Рязань на вкус в музее леденцов возможно. Рязанцы говорят: горжусь, их жизнь сладка и так роскошна. Здесь много леденцов различных, и всех их хочется купить. Таких красивых, необычных. Ну как без сладкого прожить? Почтовая улица, потому что там можно хорошо отдохнуть. А если отдохнуть желаешь? Почтовая, вот то, что надо. Ты в новых барах побываешь. Услышишь много ароматов. Тебе здесь будет интересно. Огни, гирлянды, фонари, цветные вывески и песни. Гуляй и город покори. Грибы с глазами – это символ города. А если ты не видел это, мой друг, ищи скорее их. У них есть старые приметы, здесь несколько скульптур грибных. Они растут по всей Рязани. Смешные, миленькие крохи. А ведь они – грибы с глазами. Их встретишь прямо на дороге. Театр, музей, чтобы прикоснуться к искусству. А как прочувствовать искусство? Подсказку дам тебе, друг мой, чтобы раскрыть все свои чувства и грусть всю выбросить долой. Театры, выставки, музеи. Здесь свет и блеск, цветы, цвета и коридоры, галереи. Я б здесь остался навсегда. Мне это все не по душе, и коль в Рязани я уже, достойное хочу образование. Здесь РГУ привлек мое внимание. Хочу теперь на пары я. Присоединяйтесь к нам, друзья.